Це я повісив годівницю для птахів ось тут. Кормушка для птиць. Зараз я покажу детальніше. Кормушку я вирізав з бутилки. Повісив я спочатку на ветку, но потом через время прибил гвоздями. Потому что птицы перекидывают, когда просто висит на ветке. В общем, перекидает, когда она на ветке висит. Птицы в течение месяца уже едят здесь разные крупы. То хлеб засохший, то хлеб свежий. Свежий, короче, хлеб. Когда какой, но они все съедают. В течение того месяца, как я повесил, я не мог записать. Птицы, как только меня видят, улетают. Поэтому я их ловил долго, чтобы записать. Сегодня вот попалось первый раз, чтобы записать птиц. Вот. Так вот. Если птицы не только хотят есть, они могут повисеть на ветке или просто повисеть на дереве. Кормлю я их тут каждый день, вот. Такой вот гаденыч. Разными крупами. Хлеб то засохший, то свежий. Когда как получается. Но они все съедают. Потому что прилетает много птиц. Птиц я покажу молча. Для того, чтобы не мешать птицам. Вот эта жердочка. Они сюда и лайно спускают. В общем, какают. И всю жердочку я тоже приделал. Чтобы птицы, когда они поместились в эту самую кормушку. В годивничу не поместилась. Они могли из нее не кушать, а сидеть ждать, вот. Ну, а если что упало, они могут вот тут по низу спуститься и покушать. А в основном у них тут есть жердочка. Вот это лайно благодарное на жердочке за то, что они едят. Это благодарность. Видно, что они тут действительно были. Вот так висит, гвоздями прибитая снизу и сверху. А сейчас всем смотреть на то, как они едят. Это будет немножко нечетко, потому что близко я подойти до них не могу. Не могу близко к ним подойти. Поэтому как смогу, так и покажу. Не забывайте ставить лайки, если вы тоже кормите птиц. Ну и можно оставлять в комментариях ваши ссылки на ваши видео с вашими кормушками. Буду рад прийти и посмотреть обязательно. Обов'язково до кожного, каждому, я перейду по ссылке и посмотрю, если оставите ссылку на ваше видео. С вашими кормушками, как вы кормите птиц. Еще и подпишусь на каждого, не только лайк поставлю. Подписка будет, подобайка будет. Саме тому не забувайте. Щоб розуміли, що воно далеко. Тому що якщо я близько підійду, воно буде не мутно, але буде, короче, ужасно. Захвильно воно буде. Тому що птицы поулітають. В общем, воно відбувається как-то так.
Mm-hmm.